Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Бюджет Кировской области за 5 лет вырос в 1,5 раза. Он достиг почти 70 миллиардов рублей. В 2016 году цифра была чуть выше 40. Об этом говорится в отчете правительства о работе за 5 лет. И хотя рост составил более 20 миллиардов рублей, из них собственные доходы менее 6. Остальное – деньги, которые регион получает из федеральной казны. На них приходится примерно половина всех средств, которые за год тратятся Кировской областью. Программа «Экономика». В Кировской области предлагают построить логистический центр Почты России. Состоялась встреча директора макрорегиона «Уралпочты» Дмитрия Киселева и исполняющего обязанности министра информтехнологии и связи Алексея Сухих. Они обсудили перспективы развития почтовых отделений и проблемы. Например, нехватку денег на зарплаты. Их начали повышать в 2019 году в некоторых филиалах, в том числе в Кировской области. Но из-за пандемии процесс приостановили. И нехватку же сотрудников, умеющих работать с деньгами и на компьютере в малонаселенных пунктах. Исполняющий обязанности министра также предложил рассмотреть Кировскую область в качестве площадки для логистического центра, поскольку регион единственный в стране, который граничит сразу с 9 субъектами. А почта как раз сейчас создает сеть логистических хабов. Первый построили в Новосибирске. Также в планах работа с другими городами-миллионниками, например, Хабаровском, Самарой, Нижним Новгородом, Воронежем. Экономика на 101 FM. 20 миллиардов рублей за год выдали кировчанам на детей. Цифра значится в отчете правительства. По его данным, через пенсионный фонд жители региона получили на детей порядка 10 миллиардов рублей. Еще столько же меры поддержки из бюджета. Так называемые основные меры поддержки от государства получили 100 тысяч детей в Кировской области, то есть каждый третий, а дополнительные, объявленные государством из-за коронавируса, 243 тысячи. Экономика. Губернатор назвал любимый вятский сыр. Во время интервью в нашем эфире мы спросили Игоря Васильева, есть ли у него любимый сыр из тех, что делают в нашем регионе. Нравится там и козьи сыры на вятке, неплохие, так сказать, делают вот в Куменах. И вот то, что итальянцы делают в Богородском. Пармезан очень хорошие сыры, да. По словам производителя последнего, Раверси Джулиано, продукт отправляют не только в кировские магазины, но и в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток и в Италию. Экономика. А в завершение о валютах: доллар сегодня 74.17, курс евро 87.57. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.